Приветствую тебя на моем канале. В этом видео я покажу тебе 7 лучших газонокосилок. Бензиновых, электрических, аккумуляторных на 2024 год. Я рассмотрю особенности каждой модели и выделю их преимущества и недостатки. Будет интересно, так что не переключайся. Газонокосилка Patriot PT47LS представляет собой мощное и функциональное устройство для ухода за газонами. Модель оснащена бензиновым двигателем мощностью 3,5 кВт, что обеспечивает эффективное скашивание травы на больших площадях. Ширина скашивания составляет 47 см, что позволяет обрабатывать значительные участки за меньшее количество проходов. Высота скашивания регулируется в пределах от 25 до 75 мм. Что дает возможность выбрать оптимальный режим в зависимости от состояния газона и желаемого результата. Великолепная особенность данной модели – ее травосборник объемом 60 литров, который позволяет собирать большое количество травы перед его опорожнением, что существенно экономит время на уборке. Тем не менее, вес газонокосилки составляет 39 килограммов, что делает ее менее маневренной по сравнению с более легкими моделями. Также пользователи отмечают, что несмотря на высокую мощность и производительность, управление и транспортировка такой тяжелой модели может оказаться затруднительной, особенно на неровных участках. В описании под видео я оставил для тебя скидочный промокод и ссылки на надежные магазины, в которых можно приобрести понравившуюся модель с максимальной выгодой. Газонокосилка Bosch RM37 обладает мощным электрическим двигателем мощностью 1400 Вт, что гарантирует эффективное скашивание травы на площадях до 400 квадратных метров. Эргономичные ручки обеспечивают комфорт и удобство при работе, а система Power Drive способствует быстрому и точному скашиванию даже в сложных условиях. Устройство оснащено пластиковым травосборником объемом 40 литров, что позволяет сократить время на опорожнение. Высота скашивания легко регулируется в 5 положениях от 20 до 70 мм, что делает возможным адаптацию под различные типы газонов. Несмотря на отсутствие функции мульчирования, газонокосилка эффективна и удобна в использовании, благодаря своей легкости и маневренности. Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео. Делись своим мнением и задавай вопросы в комментариях. Газонокосилка Greenworks G40LM35 представляет собой удобную и маневренную модель для ухода за средними по размеру газонами. Благодаря своему аккумулятору эта косилка обеспечивает до 51 минуты работы без перезарядки с батареей 4 ампер-часа, что позволяет обрабатывать площадь до 500 квадратных метров. Косилка оснащена функцией мульчирования и сбора травы в мешок. 5 уровней высоты скашивания позволяют адаптировать ее под различные типы травы. Удобные складные ручки облегчают хранение и транспортировку. Газонокосилка Hutter GLM50SP отличается высокой производительностью благодаря мощному 4-тактному двигателю на 5 лошадиных сил. Устройство обладает регулируемой высотой среза травы с 7 уровнями настройки от 25 до 75 мм и шириной среза 460 мм. Косилка оснащена функциями мульчирования и бокового выброса, а также вместительным пластиковым травосборником на 50 литров, что упрощает ее использование и уменьшает необходимость частой очистки. Самоходные колеса упрощают управление газонокосилкой, делая работу менее трудоемкой. Газонокосилка Gardena Power Max предназначена для эффективного ухода за небольшими участками до 300 квадратных метров. Модель оборудована мощным электрическим двигателем мощностью 1200 Вт, что обеспечивает высокую производительность с минимальным уровнем шума. Комфорт в использовании гарантирует система быстрой центральной регулировки высоты среза травы, позволяющая легко выбрать одну из 10 предустановок от 20 до 60 мм. Газонокосилка оснащена удобной ручкой ErgoTech для комфортного управления, а также системой CNC для оптимального сбора травы и улучшения циркуляции воздуха внутри травосборника объемом 30 литров. Это позволяет дольше работать без необходимости опустошения травосборника. Устройство легко транспортируется и хранится благодаря складной конструкции. Газонокосилка
Газонокосилка Dell DLM3221Li Set – это аккумуляторная модель, подходящая для ухода за садом. Она оснащена аккумулятором на 5 ампер-часов и благодаря своему литий-ионному источнику питания обеспечивает достаточной энергии для эффективной работы. Ширина скашивания составляет 33 сантиметра, что позволяет обрабатывать средние по размеру участки. Устройство также имеет вместительный травосборник объемом 35 литров, уменьшая необходимость его частой очистки. Компактный размер и легкий вес 7,7 кг упрощает хранение и транспортировку газонокосилки, делая ее удобной в обращении. Эти характеристики делают модель идеальной для домашнего использования, где важны как мобильность, так и эффективность. Газонокосилка Ryobi RLM13i33S – это электрическая модель, идеально подходящая для небольших газонов. С мощностью в 1300 Вт и шириной скашивания 33 см эта машина обеспечивает высокую производительность. Высота скашивания регулируется в диапазоне от 20 до 60 мм, позволяя адаптировать газонокосилку под различные типы травы. Устройство оснащено травосборником объемом 35 литров, что снижает частоту его опустошения во время работы. Газонокосилка также предлагает удобные функции, такие как Easy Edge, для стрижки травы вблизи краев и систему быстрой регулировки высоты резки. Складная рукоятка и легкий вес 9 кг обеспечивают простоту хранения и транспортировки. И вот мы подошли к финальной части обзора. Не забудь, что ссылки на все модели из моего рейтинга ты найдешь в описании под этим видео. Проверь сам. А еще воспользуйся скидочным промокодом, который я для тебя подготовил. Если этот видеообзор оказался для тебя полезным и помог определиться с выбором, поддержи меня лайком. Твои комментарии помогают делать контент еще лучше, так что не стесняйся делиться своими мыслями. И, конечно, подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До скорой встречи!